На улице жаркая и душная погода, что многим кажется непривычным для июня. Нижегородцы переоделись в шорты и легкие платья, и особенно большим спросом стало пользоваться мороженое. И даже кратковременные дожди картину меняют не сильно. Днем столбики термометров после кратковременного похолодания, небольшого, связанного с прохождением холодного фронта и после ливней, чуть-чуть стало пониже. 25-27. Но на солнце столбики термометров опять устремляются к отметке плюс 29 и даже плюс 30 градусов. На выходные многие планируют поехать на природу, и погода всецело к этому располагает. Дневные температуры снова будут более 25 градусов, а значит, нижегородцы смогут позагорать и искупаться. Выходные дни характер погоды существенно меняться не будет. Отдельные грозовые дожди не исключены в неустойчивой атмосфере. Ветер северо-западный, очень слабый, от 2 до 5 метров в секунду. Ночной фон температуры 12-17 градусов. Да и начало следующей рабочей недели сильных изменений не принесет. Среднесуточная температура по-прежнему будет превышать норму на 4-5 градусов. Дневная температура в пределах плюс 25 после полуденной часы до 28 градусов. Ночной фон 10-14 градусов. И, конечно, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воды высокая. 20-21 градус. Словом, в области буйствует настоящее лето. И лучшее, что могут сделать все нижегородцы – наслаждаться солнечными лучами и набираться витамином D на весь грядущий год.